No, I did. Очи всех на Тебя, Господи, уповает, и дальше пищего благовремени, отверзаешь, и Ты щедро руку, то исполняешь всякое животное благоволение. Слава Твоему Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитву Пречистой Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милостью, будь не грешен. Создал меня, Господи, помилуй меня. Вячеславе согрешил, Господи, прости меня грех. Помилуй. Так, лагерь готовится к закрытию. Сегодня уезжает у нас казахстанские. С вами надо проститься. Во сколько уезжает? После обеда. В 2 часа Алексей едет. А может, значит, раньше. Перед отправкой колокол бьет. Сколько там? 10 раз? Да. На прощание. Рома уезжает. Не только казахстанский. А? Еще Рома уезжает. Я уезжаю. И ты уезжаешь. Ну, каждый бьет по 10 раз. Взрослые. Всего пришла белая кошка наша, потеряшка. Ну, ну еще. Пришла. А? Умница такая. Опять жалоба на Нестора, иди сюда, пока не уехал. Ему уже было сказано, что отказывает за то, что сквернословит. Кто слышал? Подходи сюда. Так. Как это было? Где? Мы переодевались в келье. Еще? Ну и он ну, говори. Матерился. Было такое? А на что ты недоволен был? Ну, Гома тоже сказал. Я такого не говорил. Погромче говори. Гома тоже сказал матерю. Я не говорил матерке. Говорил. Ну ты на него не показывай. Ты это зачем сказал? Какая причина-то? Что ты не мог что-то найти, там потерял? Ты заматерился, и оно сразу нашлось. Подскочила шапка. Ой, я боюсь матерков. Вот он я, на голову тебе наделась бы. Ну так же не было. А зачем ты эти слова говоришь? Ты же знал, что плохо? Да. А зачем говоришь? Он же на меня сказал. Ну, я говорю, не... ты зачем говоришь? Не про него, ты-то зачем говоришь, если это слова плохие? Мне вот 73 года, я еще ни разу ни одного матерка не сказал за свою жизнь. А не надо, русский язык слишком богат. Зачем ты это говорил? Ну, и дальше ничего нет. Это одержимость бесовская. Это и вчера. Когда было... ребенок... Мальчики вчера, вот эти сказали, что и вчера он ругался, матерился. Мы вчера с ним разговаривали. Я бы тебя наказал, но тут такое дело, что я уезжаю, и, может быть, даже изменить придется. Так, ты тоже слышал? Они оба слышали, два свидетеля против тебя, и ты сам сознаешься. Понимаешь, какая зараза? Маленький ребенок матерился, но ему 6 лет было. Но он заболел. И отец его на руках держит, качает, вот это, а он уже предсмертный кричит отцу, что папа, такие черные, рогатые, меня хватают, тащит. Отец пытается защитить, и наконец он закричал и помер. То есть душу 6-летнего ребенка дьявол и сразу в ад затащил, дьявол и бесы. Ни один сквернослов в Царстве Божьем не будет. Зачем ты это делаешь? Тебе уже отказано приезжать сюда. Ну ты мог 3 дня помолчать и не материться. Из верующей семьи, ну у нас отец матерился, в семье было, но мы ни один не матерился. У него отец глухонемой, ни одного слова не говорит. Глухонемой. От кого ты научился? От Андрея. А? От Андрея. От какого? От который уехал. От Андрея научился? А ты до Андрея еще ругался. От Андрея научился. Да тебя за это наказали. Я тебя крапивой наказал. И ты, однако, продолжаешь материться. Ну от Андрея, ну что, Андрей виноват, сегодня-то Андрея не было. Или какие слова тебя научили, мама, то эти слова ты их не забыл. А только Андрею остались одни слова. Весь словарный запас сконцентрировался на 4 словах. И ты гонишь и гонишь их. Вчера столько пробеседовали, что ты понимаешь, не будешь как, какая в лагере, беда. Тебя не будет. Так, платочки сегодня... показать. Вообще. Так, садимся за стол. А ты пока постой здесь. Пойдем.